Жители Ульяновска продолжают жаловаться в соцсетях на долгие светофоры и заторы на дорогах. Наша съемочная группа решила узнать, как работает система организации дорожного движения. Все ли в порядке и что может приносить неудобства. За пример взяли участок на пересечении улиц Промышленной и Рябикова. По словам городских дорожников, перекресток функционирует в соответствии с ГОСТом, принятым 6 лет назад. Согласно стандарту, пешеходы и транспорт перестали пересекаться. Безопасность повысилась, так как появилось дополнительное время для пешеходов. Однако пропускная способность при этом ухудшилась. В 2019 году городские власти начали исправлять ситуацию. Изначально на данном перекрестке был введен раздельный пофазный разъезд. То есть каждое направление двигалось отдельно, что привело к большим заторам ситуациям. После дополнительной проработки режимов работы на данном перекрестке были внедрены левые дополнительные секции для поворота транспорта. Дополнительная стрелка на поворот проблему решила. Теперь трамвай ходит без сбоев в расписании. Нововведение уже начало работать. Электротранспорт перестал толпиться на путях из-за почти трехминутного светофорного цикла. За движением на всех перекрестках города наблюдает большой брат. Камера установлена на столбах, а пульт находится в организации «Правый берег». Вся информация транслируется на экран. Когда специалисты получают сигналы о неполадках в работе светофора, они отправляют ремонтную бригаду на участок. Каждый день у нас в городе обслуживают 4 бригады светофорные объекты. Независимо от того, находится это светофорный объект в автоматизированном системном управлении, либо это в локальном режиме. В этом же учреждении наблюдают за интенсивностью потоков машин. Если дороги перегружены, диспетчеры регулируют время работы красного и зеленого сигнала светофоров. При индивидуальной настройке под каждый перекресток специалисты отдают приоритет общественному транспорту. Так обслуживают самые сложные транспортные развязки города. Под особым контролем находятся участки на улицах 12 сентября, Локомотивной и Кирова. Виктория Чиркова, Данил Сурков, новости Управды ТВ.